Здравствуйте, сегодня 8 июля. Я вышел на рыбалочку пешком попробовать половить на РТ-6 щук. Дошел до Тарских проток. Ну и кидаю пока на виброхвостик, на джиг-головку. Пока результат ноль. Даже ни одной поклевки. Топаешь, чебаки отходят от берега. Так что вот не знаю, наверное, зря пошел без удочки, без живка. Но живка бы, может быть, и что-нибудь и взялось уже давно. Ладно, конец отчета. Вот у нас здесь двойная протока. Все, конец.